В минувшие выходные в стенах северного двора Нарвского замка состоялась зимняя ярмарка. У входа в северный двор можно было встретить молодых людей, одетых в костюмы 17 века. Как оказалось, это учащиеся Нарвского профессионального учебного центра. Ребята снимали кино под названием «Легенда о Нарвской деве». Юные режиссеры ничуть не выбивались из контекста мероприятия, наоборот, придавали ему особый шарм. В самом северном дворе все посетители ярмарки могли купить с рук как что-то съедобное, так и изделия, сделанные руками умельцев. На протяжении 2 дней мероприятие посетило немало норвитян. Многие приходили с детьми, которые могли повеселиться в детских комнатах с мастер-классами и поиграть в обществе актеров театра «Ильмарины».